Ну а турнир по фигурному катанию провели в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Но праздник запомнился и другими соревнованиями. К примеру, традиционный зимний забег клуба «Джолор». В парке отдыха, несмотря на 40-градусный мороз, на старт вышло 52 бегуна и 4 любителя скандинавской ходьбы. Мужчины бежали 10 километров, а женщины 5. Старейший в республике клуб любителей оздоровительного бега «Джолор» образовали в 81 году. Объединила единомышленников идея профилактики инфаркта. Старожилы клуба давно забыли про болезни и сегодня ведут активный образ жизни. Абсолютным победителем забега стал магистрант Института экономики Роман Мартынов.